Саш, я понимаю, ты не хочешь меня сейчас видеть. Я бы, наверное, тоже не хотела. Но неужели ты сейчас все хочешь потерять из-за какой-то дуры? Неужели тебе обида важнее? Обиды же, они нас в прошлое тянут. А мечты в будущее, как на крыльях. Да у тебя же мечта есть. Да это же самое главное в жизни. Ее у большинства людей вообще нету, ты понимаешь? А ты знаешь, чего ты хочешь. Я же сама видела, как ты ту икру по икринке на летной полосе собирал, пока ее пропеллером не сдуло. Неужели ты готов от всего этого отказаться? От мечты своей, которая в двух шагах от тебя сейчас в бизнес-зале сидит? Ради чего? Ради того, чтобы меня послать? Не превращай свои мечты в обиды. Но это неправильно. Извините. Как твоя настурция. Вот ты берешь то, что у тебя есть, и делаешь революцию. Шеф-стейбл. Да,